Возраст первого барабана, найденного археологами, составляет 8000 лет. От обычного цилиндра, обтянутого кожей, до своего современного состояния ударные прошли большой путь. Давным-давно барабан в основном сопровождал религиозные обряды и ритуалы. Сегодня ударные – участники оркестров и ансамблей. Оценить весь диапазон этих инструментов можно на международном фестивале-конкурсе «Ударная волна». Он проходит в Петербурге в 9-й раз и собирает всех влюбленных в ритм. Целую неделю проходят отборы, концерты и мастер-классы. Ударные можно назвать инструментом 21 века, поэтому к ним такое интересное повышенное внимание. Участников становится каждый год все больше. Каждый год все больше требуется разных инструментов и каких-то даже необычных. Тут представлено практически все из сферы ударных. Это из симфонической сферы, из эстрадной сферы, из маршевой сферы, из сферы этнической перкуссии. Ханг, хэппи-драм, вибрафон, джембе и маримба – это лишь несколько наименований современных ударных. На языке музыки, как известно, можно общаться без слов. Фестиваль собрал гостей из разных стран. В жюри – известный сербский композитор. Абсолютно точно. Мой самый любимый есть маримбафон. Это как большой ксилофон. И со четыре палички возможности очень много. И виртуозный инструмент. Дерево звучит как душа. Чувствуется хорошо. Это мой самый любимый. Я очень рад видеть такой интерес к ударным. Я играю на инструменте, который называется джембе. Это переводится как «собираться вместе». И это то, что делают ударные – собирают вокруг себя. Среди участников как начинающие музыканты, так и опытные исполнители. Некоторые прошли большой путь и выросли буквально вместе с фестивалем. Говорят, любовь к барабанам рождается уже с первой ноты. Обучение игре на барабанах начинается с правильной посадки. И дальше нужно взять палочки правильно. Чтобы правильно играть, нужно опустить руки и просто расслабленные кисти поднять. Игра на барабанах снижает гормон стресса. Еще бы, такой выброс адреналина.